Тель-Авиве торжественно открылось посольство Объединенных Арабских Эмиратов. Третье представительство арабской страны в еврейском государстве и первое почти за 30 лет, после Египта в 79-м и Иордании в 94-м. В июне уже было открыто посольство Израиля в Абу-Даби и генконсульство в Дубае. Я бы хотел поблагодарить Эмираты за смелое решение открыть дверь для теплых, дружеских отношений между нашими народами. Это важный шаг не только для двух стран, но и для всего Ближнего Востока. Соглашения создали базу для безопасности и стабильности в регионе и должны продемонстрировать всем огромные возможности и потенциал мирных отношений. В сентябре прошлого года в Вашингтоне при посредничестве США были подписаны двусторонние соглашения между Израилем, Эмиратами и Бахрейном о полной нормализации отношений. Позже, также при посредничестве Дональда Трампа, Израиль заключил аналогичные договоры с Марокко и Суданом.